Всем привет! Сейчас я вам расскажу анекдот про гулящую жену. Каждый день на моем канале прикольные и смешные анекдоты. Не забывайте, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Возвращается мужик домой и встречает соседа. Привет! Здорово! Слушай, ты знаешь, что твоя жена шлюха? Ну и что? Так к ней любовники ходят. Ну и что? В очереди здесь стоят. Ну и что? Слушай, ну как что? Зачем она тебе? Разводись с ней. Ха, делать мне нечего. А потом, как все, в очереди стой. Всем привет. Сейчас я вам расскажу анекдот про мужа и жену. Не забывайте, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. У мужика спрашивают, что у тебя за фингал-то под глазом? Да жену на ты назвал. А что, за это бьют? Да вот был случай, лежим с ней в постели. Она мне говорит, давно мы с тобой сексом не занимались. А я ляпнул, не мы, а ты. Всем привет! Сейчас я вам расскажу анекдот про 5000. Каждый день на моем канале прикольные и смешные анекдоты. Не забывайте, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Девчонки, я звоню вам сказать, что я сегодня на работу не приду. А что случилось? Муж 5000 потерял, по всей квартире ищет. Ну а ты-то здесь при чем? А я на них стою. Всем привет! Сейчас я вам расскажу анекдот про 44-й размер. Каждый день на моем канале прикольные и смешные анекдоты. Не забывайте, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Парень успокаивает девушку, которая недовольна размером своей груди. И говорит, глупенькая ты, ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера. Зато ноги вон 44-го. Всем привет! Сейчас я вам расскажу анекдот про бабушку и внука. Каждый день на моем канале прикольные и смешные анекдоты. Не забывайте, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Внучочек, хер ты компьютерный, иди чайку-то попей. Бабушка, ну сколько тебе раз говорить, что я не хер, а хакер. Всем привет! Сейчас я вам расскажу анекдот про большой размер. Каждый день на моем канале прикольные и смешные анекдоты. Не забывайте, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Жена выбирает мужу ботинки. 45-й малые, 46-й тоже малые и 47-й малые. Продавец, больше нету. Жена, ну что у тебя за ноги? Ничего нету. Муж, когда я маленький был, я рос в деревне, ходили босиком, вот и выросли. Жена, лучше б ты без трусов ходил. Жена мужу, дорогой, а что ты читаешь? Свидетельство о браке. А зачем? Срок годности ищу. Не забывайте, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Всем приветики! Хочу поздравить всех с Днем России, пожелать вам всего самого хорошего. Самое главное – здоровья. Погодка, чтобы была прекрасная, как вы видите, у нас снова жара. Я уже успела в душ сходить. О, пекло ужасное, сами видите, гляньте на солнце. Все ж переливается, прям видите, такой блеск. Ужас, сегодня опять жара, на солнце смотрю, сегодня вообще 45, на солнце 45, в тени, конечно, поменьше, уже нагуляли с детьми, пришли, детки отдыхают. Всем привет! Сейчас я вам расскажу анекдот про цветы. Каждый день на моем канале прикольные и смешные анекдоты. Не забывайте, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Сегодня на рынке выбирал цветы.
Продавец кричит: «У меня понюхай! Неделю стоять будет!» Всем привет! Сейчас я вам расскажу анекдот про деда и внука. Каждый день на моем канале прикольные и смешные анекдоты. Не забывайте, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. «Ох, внучок, не было у нас раньше ни одноклассников, ни контактов. А как же вы жили, дедушка, без них? Сеновалов было много, вот там и были и контакты, и одноклассницы». Всем привет! Сейчас я вам расскажу анекдот про доктора и пациентку. Не забывайте, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. «Доктор, помните, когда у меня нервы шалили? Что вы мне сказали? Завести любовника? Так объясните мужу, что я не блядь, я лечусь». Всем привет! Сейчас я вам расскажу анекдот про двух друзей. Каждый день на моем канале прикольные и смешные анекдоты. Не забывайте, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Разговаривают два друга, и один другому говорит: «Я женился, жена работает в ГАИ». «Поздравляю! Да что тут, в первую брачную ночь оштрафовала». «За что?» «За превышение скорости и остановку в неположенном месте». Всем привет! Сейчас я вам расскажу анекдот про двух монашек. Каждый день на моем канале прикольные и смешные анекдоты. Не забывайте, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Две монашки нашли презерватив. Одна говорит: «Это обувка». Другая: «Нет, это одевка». Пришли они к святому отцу и говорят: «Это обувка или одевка?» А он им отвечает: «Эх, сестры мои, это хиромантия». Всем привет! Сейчас я вам расскажу анекдот про двух пенсионеров. Каждый день на моем канале прикольные и смешные анекдоты. Не забывайте, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Разговаривают два соседа-пенсионера: «Слушай, смотри, какая девушка! Грудь – во! Бедра – во! Блин, Петрович, успокойся! У тебя очки плюс 12». Идет мужчина по улице, а навстречу ему юная красотка. Он смотрит на нее и говорит: «Вот бы моей такие ноги!» Через несколько метров еще одна красотка. Он: «Вот бы моей жене такую грудь!» Приходит домой, жена открывает дверь, а он ей говорит: «Дорогая, не поверишь, всю дорогу только о тебе и думал». Всем привет! Сейчас я вам расскажу анекдот про двух стариков. Каждый день на моем канале прикольные смешные анекдоты. Не забывайте, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Разговаривают два старика, и один другому говорит: «Ох, у меня сейчас сил больше, чем было в молодости». «Странно, как это может быть?» «Ох, в молодости я свой член сохнуть не мог, а сейчас завязываю в узел». Всем привет! Сейчас я вам расскажу анекдот про гинеколога. Каждый день на моем канале прикольные и смешные анекдоты. Не забывайте, подписывайтесь скорей и ставьте лайки. Поступает парень в медицинский институт отделения гинекологии. Его спрашивают: «У вас прадед гинекологом был? Дед, отец, у вас что, династия?» «Нет, насмотреться не можем». Говоришь, что я такая просто уникальная, я почти что золотая, но не идеальная. Иногда я как погода, слишком переменчива,
Ты хотел найти богиню, а я просто женщина. Люби меня такой, как есть, принцессой или горничной. Люби меня такой, как есть, то ветреной, то солнечной. Люби меня такой, как есть, счастливой и несчастной. Люби меня такой, как есть, ведь я такая разная. Люби меня такой, как есть, ведь я такая разная. Девушки, для того, чтобы не ревновать своего мужчину, он должен уходить из дома с полным желудком, с пустыми яйцами. А если наоборот, то это не он козел, а вы овца.